вами Снежана, и вы на канале Снежана и Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать эффект бесконечности. Лучше посмотрите мой пример. Привет, меня зовут Снежана, и я блогер. Сейчас я вас познакомлю с моей подружкой, она тоже блогер. Привет, меня зовут Снежана, и я блогер. Сейчас я вас познакомлю с моей подружкой, она тоже блогер. Привет, меня зовут Снежана, и я блогер. Сейчас я вас познакомлю с моей подружкой, она тоже блогер. Вау! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Для этого видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наше видео, и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Для начала зайдем в камеру, включим видео и поставим телефон на штатив. Начнем снимать. Что мы? Заходим в камеру, садимся, танцуем просто, пересаживаемся, махаем привет, подождем немножечко, тоже можно потанцевать и уйти. Давайте это снимем. Конечно, можно делать разные движения. Можно еще и говорить. Сейчас придет моя подружка, например. Сняли, теперь можно приступать к монтажу. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, все, и добавляем наше видео. Разрезаем в нужном месте и удаляем ненужную часть. Ну, где-то здесь. Теперь мы здесь тоже разрезаем, нажимаем на галочку, нажимаем слой мультмедиа, все, и добавляем это же видео. Выделяем наш слой и нажимаем «Разделить экран». Выбираем двойной. Вот этот. И подстраиваем полосочкой. Вот так. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вау, получилось очень прикольно. Мне нравится. Теперь мы выделяем наш слой и удаляем ненужную часть. Теперь мы снова нажимаем мультмедиа, все, и добавляем это же видео. Теперь нам нужно сделать такой же конец, как и начало, чтобы получилась бесконечность. Делаем все так, чтобы не было видно переходов.
Мне все устраивает. Теперь нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. Пропустить. Подождем, пока наше видео экспортируется. Еще раз на стрелочку и сейв видео. Все, наше видео сохранилось. И смотрим видео одного лайкера. A body has been discovered. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег Хочу видео Снежаны. Я вас найду и лайк. I've got no roots for my home. I've got times. I've got no roots. I've got no roots for my home. I've got no roots for my home. A thousand times I've seen this road. A thousand times I've got no roots for my home.